Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, и сегодня мы поговорим о самых популярных породах собак. Ну что ж, давайте мы уже начнем. Первая порода собак – это лабрадор. Очень сильная и красивая собака, требующая минимального ухода, безумно любящая воду и обладающая прекрасным характером. Область ее практического применения широка, а подружинные охотничьей собаки до поводыря, от собаки-спасателя до сыщика. Даже если вам нужен просто компаньон, а не охотник, лабрадор станет прекрасным другом и любимицей всей семьи. Как правило, эти собаки лишены агрессивности, любят детей, жизнерадостны и обаятельны. Лабрадоры чаще всего становятся домашними компаньонами. Следующая порода – это йоркширский терьер, одна из самых популярных и маленьких собак. Длинная ниспадающая шерсть, умные живые глаза, гордая внешность, покладистость – основные достоинства этой породы. При воспитании и обучении йоркширского терьера вам придется потрудиться над прочным усвоением базовых команд и навыков послушания. Кушает йоркширский терьер немного, но кормить его необходимо качественно и полноценно. Йоркширский терьер – это практически одни достоинства антиаллергенной шерсти, жизнерадостный характер. Следующая порода – это чихуахуа. Это самая маленькая собака в мире, но она отважно защищает хозяина и свою территорию. Собаки прекрасно понимают настроение хозяев, но обладают беспокойным характером. От незначительного раздражителя могут надолго разлаяться, впоследствии трудно успокаиваясь. Но любят перемены обстановки. Лучше всего собаки данной породы подходят людям пожилого возраста, предпочитающим не слишком шумное общество. Следующая порода – это порода мопс. Эта милая собачка буквально с первого взгляда очаровывает неповторимой внешностью, смышленностью и мягким характером. Собаки данной породы – неиссякаемый источник положительных эмоций. Несмотря на плотное телосложение, мопс чрезвычайно подвижен, радостно прыгает, готов даже танцевать на задних лапках от радости при встрече с хозяином. Это эмоционально стремящаяся принять активное участие в жизни хозяина и семьи, внимательно оценивающая все изменения окружающей обстановки собака, доставит вам настоящее удовольствие. Следующая порода – это ротвейлер. Сильная, крупная и умная собака, которая способна на верную дружбу и успехом выполняет охранные функции. Сложность породы – ярко выраженная преданность одному человеку. Эта собака не станет вилять хвостом и демонстрировать свое дружелюбие первому встречному. Ротвейлера можно с успехом содержать в городской квартире. Главное – длительные прогулки. Следующая порода – это порода доберман. Отличный охранник, сыщик, спасатель, обладает прекрасно развитым интеллектом и энергичным темпераментом. Если у вас сильный характер, вы ведете активный образ жизни, имеете вкус и способности к творчеству, доберман именно для вас. Благодаря азарту и увлеченности собаки этой породы способны много и долго работать, радоваться любимым занятиям, построенным интересно и нестандартно. Следующая порода – это порода хаски. Городские условия не для этой собаки, ей необходимо простор и свежий воздух. Если вы хотите собаку с живым характером, своеобразным задором, необычной внешностью, энергичную, неагрессивную, выносливую, не лающую попусту, эта порода для вас. Основные черты породы – определенная самостоятельность, дружелюбие, отсутствие привычки беспричинно лаять, развитый интеллект. Ну и, конечно же, порода немецкая овчарка, но про нее я расскажу в другом видео. Ребята, если вам это видео понравилось, то поставь палец вверх, подпишись на мой канал. И всем пока-пока-пока-пока-пока!